Добрый вечер, друзья. Перекличка Львов. А я хочу показать вам радостную новость. Посмотрите, какая прелесть. К ослику Даши подселили наших осликов. Перевели. И теперь это полноценная семья. Даша счастлива. И мальчик у нее теперь есть. И подружка. А там вон Рома, сейчас ужин у них. Ну, Ромочка, иди сюда. Роман Херсонский, иди сюда. Иди, красивый. Скоро и тебе создадут, и тебе подселят. И посмотрите, как они все дружно. Ни ослики Рому не обижают, ни Рома осликов. Ух, да. Ты ко мне? Ну? Ромка. Ну? Ты красивый. Я ж тебя так близко не сильно сниму, да? Скажи, полюбуйтесь, какая красота этот вольер позволяет. Огромный, да. Позволяет очень много. Что, бачок? Нужно погладить? Ром. Скажи, когда мне, да? Когда мне невесту будет? Сейчас всех опять переводят, делают новые семьи, да? Добавляют. И у тебя все будет хорошо. Но меня радует наша новая семья. Посмотрите, они как будто всегда все вместе и были. Даша. Скажи, что там ты одна была, да? Тут, скажи, у меня семья. Ой, Ром. Ну иди, иди, почешу. Иди, иди, тоже ласки хочешь. Все хотят ласки, да? Каждый хочет, скажи, весна. Да. Каждый хочет семью, каждый хочет ласку. Да? Иди, иди ко мне, иди. Девчонки там, отношения. Весна, да, скажи. Иди ко мне. Иди, мой красивый. Очень хорошо, если Роме сюда. Тут же и страус. Ой, ой. Называется Дашкино счастье. Чего ты закрываешь, Ромчик? Вот вроде бы просто ослики. Ром, ну не закрывай. Вроде бы просто ослики. Но как приятно смотреть, что у них тоже весенние игры. И, возможно, будут детки. Дашуля станет счастливой мамой. Рома, ну не смотри на меня так. У тебя тоже все будет хорошо. Да, тебе же сказали, что тоже тебе подселят. Да. Пока что у счастья у Даши. Да. Рома. Ну не будь таким. Чего уши уже прижал? Плюнуть хочешь? Когда лама прижимает уши, друзья, это она настроена уже не очень хорошо и может плюнуть. Ну, он тут же, видите, уши. Скажи, обещали девочку. Весна, хочу девочку. Да, хочу тоже бегать, скакать за ней. Сейчас вырастет травка весной, им будет. Здесь всегда очень сочная, высокая трава. Я надеюсь, что они раньше не вытопчут это все. Закрыл. Всегда очень такая прям по колено в этом вольере трава, так что им будет что кушать. Свеженькая,
помимо всего того, что дают. Ром, ну дай понаблюдать, а? Ну ты посмотри, ты перекрываешь, не фокусируется камера. Мой хороший. У нас в городах дети, дай пою, и взрослые, и осликов не видят. Ром, давай договоримся, не плюемся. Поэтому я думаю, что даже за осликами понаблюдать, хоть это и не львы, тоже очень даже интересно. Нет, я думаю, что они эту траву выщипают еще до того, как она появится. Не собирай, не собирай. Ты уже чувствуешь, что собираешь. Все думают, что верблюды плюются. На самом деле верблюд очень редко. Когда может плюнуть, это когда самка защищает животного или когда он прям в большом гневе. А вот ламы плюются точечно, да? Тимочка моя. Не надо уши прижимать. Особенно, когда вы их угощаете. Вот можно 80% ожидать того, что она прям, если кушать не хочет, если кушать хочет, то она вас съест. А если вы угощаете, она в принципе кушать не хочет, то она наберет в рот все, чем вы ее угостили, и отдаст вам назад. Не вот это вот. Не собираем. Ромчик, не переживай. Все будет хорошо. Везде все убирают, подрезают, обрезают. В парке, как всегда, весной с утра до вечера идут работы по обрезке, по наведению порядка. Хотя в тайгане и в сказке всегда порядок, друзья. Хоть на хоздворе, хоть где, в любой... Олег Алексеевич, особенно весной, целый день он среди работников, целый день тоже он помогает. Вон страусы там уже пытаются где-то что-то сесть, тоже выйти погулять. Он все время, целый день до позднего вечера со шлангом поливает, обрезает, пересаживает что-то, чистит деревья, сосны вручную, убирая все вот эти вот старые иголки. Сюда вон еще не совсем дошли, но все, весь сухостой будет убран буквально за недельку-две. Сейчас начинается вообще тепло. Вот, и все это быстро приводится, все красится. В том году покрасили все вольеры, перекрасили осенью. Очень много. Большая территория. Это помимо того, что дали теперь новые территории. Вы знаете, и на новых территориях тоже сумасшедшими темпами идет работа. Я не перестаю удивляться, друзья, работоспособности и желанию Олега Зубкова вот что-то делать, творить, украшать, несмотря ни на что, ни на какую обстановку, ни на какое, что понятно, сократились очень сильно у всех доходы, посещаемость сократилась у людей. Все мы знаем, у людей меньше стало денег, да, вот люди чуть-чуть подзажались, экономят. Тем не менее, он все равно все вкладывает, строит, красит, развивается и украшает этот мир так, как может только Олег Зубков.